Чего? Отдай ему шмотку. Я могу на ОВ только паролить. Брутал, бро, ты с духом, ты что, в файле? Нет, а что, оно только для файра? С духом, колечко. Сам попробуй ответить на свой вопрос. Какая разница, раскаленный доспех, он же от духа дает крит. Вообще он там ни хера не дает. Что вы, блядь, на магов собираете дух? Он там вообще, блядь, нихуя, ну, блядь. Я крит собираю, а не дух. Крит собираете, красавчики, СПД собираете, не собирайте вы этот дух, блядь. Вот мне какой же маг говорит, ну там от раскаленного доспеха скелится от духа. Чё он там скелится от духа? Ну смотри, вот сейчас я убираю раскаленный доспех. У меня, подожди, я не понял. Я снял раскаленный доспех, у меня сейчас крит 25. Смотри, ставлю раскаленный доспех. У меня 34 сразу крит. Ну, разницы нету, да, получается, от раскаленного доспеха. Ну, плюс это этот символ добавляет, хорошо получается. Да, а дух тебе сколько скейла дает на раскаленный доспех? Говоришь. Сколько тебе дух дает на раскаленный доспех? Какой скейл идет этот дух? 35%. Чего? 35%. 5% от духа. 35 он вроде говорит, да? Да. 35. Ты линкани лучше, талант или скилл, чтобы понятно было. Так нихуя не ясно. Линкани. Какой там доспех сам линкани, талант или что там, блядь, символ линкани, всю эту хуйню. Да не, мне похуй, забирайте. Нет, ты линкани, мне интересно, я тоже мага хочу делать. Не, ну 35% это нормально. Ну да. Прикольно. Не-не-не-не-не, Анют. Не мне пусть. Кто спрашивает, вам лог 210 нужен или нет? Алло, алло. Да, в гильду? Нет, в смысле в рейд. Прости, Улю. Эй, в рейде их не вижу. Один лог только. Да, можно лог взять? Не, все равно. Но там еще, я так понимаю, Андрюха зайдет, может, Дэгги вернется. Вот этот дух, он получается только в ПВП как бы не профитен, потому что на ПВП шмоток вообще нету духа. Ну и там смысл теряется. А тут как бы крит, ну и все друг от друга зависит. Ну, получается, что? Мне-то похер, шмотки оставляйте их себе. Я вот знаю, что... Вот просто, да, тебе дают 35% от духа, да? У тебя, к примеру, ты сейчас, ну, косак духа ты сейчас не соберешь, да? Ты соберешь там где-то... Сколько сейчас у тебя духа? 500. 500, да? 500 духа. 35% от духа — это сколько? Дайте ассист на... 150, да? 150 единиц. Сколько процентов крита тебе дает? Алло, алло.
я же тебе говорю, вот я его снимаю, нет, смотри, у меня 20. Смотри, ты говоришь, от духа скелится. Я тебе объясню, как он скелится. Я тебе сейчас постараюсь объяснить. 150 единиц крита, именно сколько в процентах тебе дает? Короче, 500 духа даст 210 крита, правильно? Какие 500 духа дадут 210 крита? Ну вот у него 500 духа, я посчитал на калькуляторе, получается 210. 210 крита, 500 духа, дают тебе 210 крита. Окей, 210. 210. 10%. Сколько? Алло, алло, дайте ассиста друзьям. 8% получается. Кому ассист дать? Волхову. 210 блоку дам. Волхове, друг, дайте ассиста. А сколько? Чего вы смеетесь? Лечу, блядь, уже 12 лет, нахуй. Уже давно все знают, что, блядь, на Аркана дух это просто кусок дерьма. Нахуй вы что-то друг другу пытаетесь доказать, блядь. Смотри, у тебя есть только два показателя. Два показателя у тебя. Да, я понял, я не претендую на эту шмотку. Нет, смотри, ты говоришь то, что дух почему рот, мне дух скелет? Я тебе объясняю. Ты собираешь себе шмотку. У тебя идет шмотка. Либо крип, либо хаст, либо дух. Тебе 500 духа, вот это фулл твой дух сейчас, да, дает тебе где-то 6% крита. Это 6% крита. С одной шмотки ты получаешь где-то 50 духа, да? С этих 50 духа сколько ты крита получишь? 0,003. Это вот весь твой скейл от духа с одной шмотки. А с 60-70 хосты ты больше профита получишь? Понятное дело. Ответил на твой вопрос? Скейл духа в магии. Было вопросов, мне крит нужен был, все. Ну, крит тебе нужен, ну да, крит тебе нужен. Ну, с критом, да, ты собираешь, но только, блядь, не с духом. Да ладно, это, что, бить-то будем или что, еще добираем того? Ну, лоха взяли, лоха. Крейзикс, прыгни в мишку. Трешку собираешь. Хотел поднять, я его. Ну, куда придется. Брутал, я тебе вообще, я тебе могу, в принципе, сейчас бислист просто скинуть тебе снапс именно. Который, в принципе, женать на никому не надо, ты хоть там посмотришь, какие тебе кольца нужны. Да, ты скидывал, по-моему, я смотрел. Это с ульды уже. Но есть снакс, могу снакс. Да, мне главное проходку получить. Как оденусь, так оденусь, возьмете каким. Я все равно с гильды не буду уходить, мне здесь не могут. Нет, ты смотри, я тут не какие-то претензии тебе говорю, ничего ты еще. Я тебе просто пытаюсь объяснить, то, что дух для мага это говнище просто. Забудьте вы про этот дух. Ну, фаер, куда сюда? Просто я, основа у меня фаер, но сейчас, так как я не одетый, фаер вообще не критует и как бы не дает вообще никакого, ну, пользы нету. Тут хоть я 5800, там 5 иногда ДПС выдаю в таком шмоте, в ПВП причем шмоте. Пизда тебе. Так, ладно, дрень, на боссе. А вот владеть знаешь тогда, блин, там по кругу, да? Красавчик, молодец. А уберите все свои, блядь, диспелы, вообще с панели выкинуть, чтобы ни одного диспела я не видел здесь. Че, пуляем? Нет, стой еще. Если что, я приведу. С уколом выходим через босса. Ни назад, ни вперед, ни, блядь, через задницу к лестнице. Через босса. Только не по лужам. Все, дрянь забираем. Перед лицом не бегаем, не прыгаем. Thank you.
Бен тоже. Фан вышел. Я отдайте. Моден. Волк. Коту не везде вообще. Вот мне интересно. Ай, блядь. Дадут они все-таки сферы или нет? Нет. Гио вышел. Шаман, блядь, выйди. Быстрее. Шаман, блядь. Я тебя сейчас кикну нахер. Волк. Рога там умирает, ему вообще насрать. Снимите рейд. Фулс вышел. Крейзик не роните. Больше ДПС дайте. Прохил рейда. ДПС дайте. Алло, Васи. Больше ДПС. Уронили. Я вижу, что уронили. В босса играем. Блин, забери меня сейчас, видимо, побольше. Больше ДПС в босса дали. Да, не хватит. Жизни поели, блять. То ли их бить надо, наверное, да? Не надо тут их бить, надо просто ДПС нормально давать, чтобы не бить их. Я их нормально держал, они. Ну, в минус 2 можно было побить немножко. Тут дело не слизни. Но они убили многих. Конечно, после того, как убили кого? Там Рога дважды отъехал. Там у нас Рога любит, который бегать по лужам. У нас шаман, который не понимает, мечется, куда ему бежать быстрее. Хил как у нас умер. И один, и второй. Слизней на вас не было. А, Лех, я не пойму, как я умер. Два мутагенных взрыва за 2 секунды. То есть не я даже. Вот мутагенный взрыв 19-13 и мутагенный взрыв 19-12. И оба по 14к бьют. Это как может быть такое? Сейчас, погоди, примерно кину. Лучше разлили, ну. А поскольку там влетело? Один раз 14, второй раз 13. То есть 27к мне просто тупо за секунду унесло. Я понял. Но я там реально никак не выжил. Я понял. Не, я понял. Вот зон лужи не вынес. Ну а как лужи не могли вынести, если я с лужи убегал в этот момент как раз?
сразу скидает, он вроде по одной метке. Ладно, если бы две метки было бы. Hold zone, до свидания. Блин, это просто отвлекает еще своими сферами, вендорами, блин. Пиздец. Добирать не будете? Не, не будем пока. Я могу чуть пошире водить, если люди не верят в ложь. Надо в настройках настроить просто. Я просто привык к хэмин или еще, чтоб ровненько-ровненько за лужей. За ловушкой ебаной теневой стоял босс. Я так же делаю, видно, люди не видят. Я присумоним. В общем, ебала, они еще, блядь, и сферу не хотят давать. Понятно, все с ними, блядь. Вари. Они вот сейчас делают такую же херню, как с X3, они просто червак убивают. Ну. Чем они его убивают? Чем они убивают его? Какие гильдии сейчас закрывают льду? На фул. О, тайтан. Берите тайтан. Не знаю, кто ульду фул закрывает. Этернал, наверное, и ГВП, и все. Ульду на фул сейчас закрывают единицы гильд. Лаки панч еще на ленте. Смотри, они выкатили усиленную ульду, и после первого релиза, сколько прошло уже времени, они ни один квартал до сегодняшнего дня, они ни один квартал не понерфили. И то пока что им не накапали на мозги то, что вы, блядь, охуели делаете, вы убиваете просто реалом, так же, как и X3. Они выкатили нерфы, окей. Но сейчас выйдет РБК, сейчас выйдет ИК уже в скором времени, и вот эти Т8, они будут просто неактуальны уже. Вы дайте сейчас людям Т8, дайте им печеньки, пускай люди играют. А так, когда они, а там, когда уже выйдет ИК, там уже будет Т9. Там уже будут совсем актуальны, другие актуальные шмотки. Крафт будет другой же. Так, чем... Смысл? Просто сейчас через 2 недели они поставят вендора, а через 3 недели выкатят ИК. И все, просто там эти сферы будут нахер никому не нужны. Это бессмысленная херня. Почему бессмысленно давать печеньки? Тут кто донатит, тот донатит. Им вообще вот это насрать. Кто донатит, у тех уже фулл Т8. Они в первый день купили, кому надо было. В первый день, как только вышло, уже кто донатит, они уже фулл Т8 взяли. Это тут дело не в донате. В донате он как и есть у них, так и есть. Он никуда от этого не денется. Вообще, вот этот вендор на донат вообще никак не повлияет абсолютно. Так, что, пойду к нему бог? Тем, кого не видел. А что, не байта? А, ты в танке, да. Пиздец. Нормально, чё, как обычно трэш поддержишь? А я дамажить буду.
Да, Тайдух, я тебя ждал, чтоб ты спекнулся в танка. Здорово. Да зашел. Так и быть, я тебя похилю даже. Че, неужели Мишка настолько плохо? Да. Да. Да ничего не плохо, нормально все. Че вы дайте? Дайте Тайдухе там бабчики и погнали. Давай я сейчас рыбу поставлю. Да уже. А кто еще? Да пошли. Давай, я полетаю. Чё, ты трэш водишь, ты слизней собираешь. Дрение босс поводит. Да я понял. Я просто уже... Всё, меня вырубает конкретно. Не, организм сказал, мать, ты охуела. Бля, Модена, ты чё, ебать, в Энхе? Да. Чё по дамагу? Ну, чекнем, лоскутик. Всё, тихо, выносим всё через босса, аккуратненько, внимательно. А на котором я не был, да? Дайте. Лёля, вышли. Ау, Гера, не вижу. Так, надо вышли. Нильки перед лицом вообще никто не стоит. В ногу убьете сзади. Сона вышла. Быстрее водите еще. Зачем? Лужи постоянно. Нильки лужи. Ну так кто же не смотрит, я же хорош, нормально вожу. У вас лужа в РДД пошла. Оля. Я не вижу ни одного растения, ну почему, блядь, висят, блядь, лужи здесь? Отойдите, отойдите оттуда. Видно, слышу. Беги. Топчики просто. Ебать. Пиздец, ну вы чё, угораете? Куда же, блядь, на сирус этому контенту уже, блядь, полгода, ебать. Эй, выносить через босса. Но... Слушайте. Ебать ты улица. Модем. Раз. Там. Хайдхантер не вронить. А можно Иннер продаду по Волхету? Выйди, Шама. Пожалуйста. Спасибо. Шаму, там всю мелизону пиздили.
Гитлера не обгоню опять. Блять. Хилы. Лёх, буквально 3 минутки надо отойти срочно. Давай. На этого, на хила пароль. Второй спек. На оф спек. Сов нету, на офспек роли. Друлишечки. Блять. Маш, яда. Танки. Грубачок. С двумя гнездышком. Какой охуенный пиздатище просто. А очки давай мне, похуй. Чисто, бля, буду со щитом бегать на танк, похуй. Калидух, тебе это нужно? Не, мне не надо. Я пронтель-то на успех отдал. Военный и... Блин, кого мы не убили еще? Ласхиба. Ласхиба. Ласхиб, военный, Ласхиб. Бля, грудак не отдали. Кому ему надо? Чё ты, угораешь еще один еще? У ДК дохуя щитов, блядь. Да. В каждой руке по щиту. А вдруг я стану бот? Там дефа больше, блядь. Фит мне не нужен, 2к мне на СПД, ой, на стамину. Ну, у него синий, я батл. Там пари еще. Там все равно на офспек. А танчит у нас Рома. Как прыгать, в танка прыгает. Благодарю. Уманите меня, пожалуйста, меня не пускают. Не в танка? Крейзич в танка, да. Нет, блять, ворон. Так, Дреня стоит хантером. Потанчить босса. А я с Крейчем повожу говняков. Сумоньте антикрист. Поставьте только, пожалуйста, на центр тотем. И все. Дань, поставишь? Можно не я, я же в Энхе. Мне просто бежать уже. Драгдилет, поставишь тотем. Прямо где босс стоит, там и ставь. Это, Крейзич. Да. Я буду собирать все, а ты там прям в центре их води и все. Угу.
и ловушки тебе подкинуть. Хорошо. Логи намазали там яд? Хотя бы один. Красавчик, Лёль, что такое? У нас креста нету. Все, сори, я тут. Он тут, все, тут нормально. Все, давайте, ушли туда. На пол дайте, на дреню и поехали. Куда идти по крестам? Все. В общем, слева там пособираешь, а я справа пособираю. Тотем поставьте, блядь, заземление. Куда ты смылся? Чего бежит один? Вот, а, блядь, не то. А ничего на тебя не держит? Знаю, что я не могу, блядь, их забрать. О. Им нравится дерево бить. Просто забей. Да еще я их всех собираю, блядь, это пиздец. Блядь, поставьте, блядь, тотемы, ёбаный стыд. Скоро истребление. АОЕ залили быстро. Много АОЕ. Крейч, забирай всех остальных больших. Забери больших, полный, который с фул хп, и уйди отсюда всех. Крейч, у тебя закуска убегает, я похуй. Да, блядь, пиздец. А это в чем прикол? Забери босса. А, блядь, не успели, не нужно. В чем прикол? Заинтриговал, молчит. Не, ну я хотел опять стаки стянуть. Поднимите меня, поднимите ханта быстрее. Уже поднял, поднимай. Дайте иннер по друиду опыту. Да, убили меня. Я говорил, да, не иннер. Да, и как бы ты чё, если я... Залили АОЕ, поднимите крейт. Рули, но... поднимите, крейзи, да. Я когда я тебя поднимал. А. Меня? А. Ханта. Заберите, пожалуйста. Я
Да, у меня примерно 6 кот остается, просто забираешь. Ну, сейчас забираешь. Через 2 секунды я у тебя забираю. Все, давай. Твой топори на ману. А чё это за хуйня? А, ебать ты лох. А шо тебя ёбнуло-то? Я даже сам не понял. Ну посмотрел бы хоть лишь. Там чисто парихаст, подожди, Тайдуха, сколько у тебя экспертизы? А? Сколько у тебя экспертизы? Мне парихас въебал. Мне просто дала тычка, и сразу же вторая прилетела на 23 куска. У меня 26 мастерства, поэтому не от меня парихас вылетел. Но у меня 35. Какой тут парихас, подожди? Левая рука. Тут же нету парихаса на этом боссе, правильно? Не должно. Чё за хуйня тогда? Деги зашел, что присмотрим? Все съебываются. Давайте самолет Деги. Ну давайте пробегаем. Ноги, паладин, жрец, лок. Воин, охотник, шаман. Разбойник, ДК, маг, друид. А чё за ноги у ДК? Хуйня? У меня 200-ый с дефом. Там с этого лучше или нет? Да. Ну... А возьмите деги. Возьмите деги и это... Сюда. ГЦ, бля. Пустите меня. Куда тебя пустить? Оль, я последний нейтрай засыпаю. Ага, понятно. Запись. Ну чё, деги в пати берёте, нет? Крейзи, давай в ДД прыгай. А, Тайдхантер налево, Дрени направо. А, оба Эрдру направо. Антихрист тоже к ним направо, а два холипалу налево. О, халява! Ой, да куда мы с этим 20-0 идем? Ульда 25. Еще раз? Ульда 25. Ну там только начало сбора. Принял. Да похую. Да пизды, славненько. Чё там, четвёртая пати куда идёт? Ещё не говорю. А. Вторая, четвёртая направо, первая, третья налево. И вообще похеру, что вы там с маной будете стоять.
Просто неохота, блядь, ну это босс, это пиздец. Лёх, сори, я пропустил, куда мне идти? Направо тебе. Ага. Четвёртая куда? Направо. Вторая, четвёртая, направо. Ага. Кроме танков. Танков, хилов отдельно, значит. Третья налево. А вот сдыхлый у нас есть в гильдии. Ой, подрыватель. Вообще не надо здесь его. Ты понимаешь, когда идешь в десятером и не можешь никак убить гребаного хранителя, выходит сдыхлый и идешь в девятером убиваешь. Нормальная тема. Когда он ливнул сразу и вайхопа, и закрыли. Да. Все, разбирайте 7 секунд. А что, мы справимся хоть без трех? Хватит, блядь, все нормально. Так, синим дебафом. Синюю, красную, красную. Я думаю, никому тут, блядь, не надо объяснять. Надеюсь, все будет. Так, матрица. Плюс-минус. Различают? Лево-право. Красный-синий. Дальтоников нету. Надеюсь. Правая быстрее снимаете, чем слева. Придется потом сроку. Да, конечно. А у меня тут народу больше, дамага меньше. Все, справа стопнули и стоим в ходу. Кейт нажали, справа. Хилам тоже можно эскейп нажать. Давай, не нажимай. Альт F4 можно хилам нажать. Я же нажму. Тебя за заглядывание. Ну, тайт, тайт зашел. Отлично, два раза нажал. Лучше не надо. А, все-таки не надо, да, то у меня уже палец потянулся. О, Деги, это ты про меня вспомнил? Да. А вот я. Лёх, не стреляй, я все вижу. Я автоатаку добью, не переживай. Все, добиваем. Все, добиваем, давайте. Как перелетаем, я гимн спою. Перепрыгнул через платформу, встали посерединочке. Все в пучку, кроме танка. Пучечку, все абсолютно. Пучечку. Даю гимн на ману. Нихуя, прыгнули. Ждем дебафа. Разбежались. Максимально кучно стоите, прям в меточке. Геру дали. Сдвиг.
Это сдвиг. Берните Винус, кого есть? Пока полярности нет, встаешь туда, в серединку. Ой, дурак, бля. Тихо, просто давай. Я скажу, когда встать. Просто каст Винус. Все, уже встал. Сдох. Окей, я понял. Да. Надо просто подкаст к нему вставать, там последнюю секундочку. Когда тебе даст полярность, ты встал и пошел к себе. Сдвиг. Всегда в такой ДПС был, да? Как здесь усиление. А, у меня Макс, сори. Сдвиг. 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 Ничего красного, сколько много. Вы там вообще, наверное, друг друга усиливаете хорошо. Давайте, давайте, бьем. Прожмите, дайте зубы там.
Зубы были. Тут три человека отсутствует. Бля, трех человек просто нет, это пиздец, конечно. Рейч. Че не добрать-то? Все из-за того, что вот один чел, блять, умер. Ну, вообще, да. А какая разница, это умер вообще хил. Умер хил, да, там да. ДПС никак. В смысле хил не ДПС? Хил дает своей метке 5% ДПС каждому человечку. А, да. А, блин, да, вот. Все. Прикинь, вот 10 человекам, которые стояли там с красной или синей меткой по 5% ДПС, вот те лям, даже больше. Пока. Тоже к 8 уходить надо, там Мани говорил. А если что, допронос завтра будет, да? Ну так, я понимаю, что расходится много, да, сейчас? Ну, двое минимум уходит. Давайте допронос-то на завтра, на я тоже пойду, и вот я все, я понял, да, я еще хотел в ГИ, Вар, сейчас отпишусь тебе, на завтра на 17:00. Окей. Сейчас давайте гильдейскую десяточку соберем, все пронесем. Кого? Я сейчас, наверное, тоже отойду, ну, посмотрим сейчас, что вообще будет, я сейчас кое-что решу. Ну, какие-нибудь там.